В этот вечер весь сквер подпевал песни групп «Нирвана», «Алиса» и «Смысловые галлюцинации». Rock FM Band часто выступает на площадках округа, и каждый их концерт вызывает у зрителей эмоции. Громче! Все, это наша земля. Группа, скажем так, делает упор больше на эмоции, чтобы люди получали эмоции от выступления. В этом году театральный сквер впервые стал площадкой для самореализации молодых артистов, представляющих различные музыкальные направления. В следующем году мы уже планируем как бы себя заявить, и в грантах заявим себя, и заявим себя на всю Московскую область, надеюсь. У нас этот проект пойдет дальше, потому что, как показывает практика, коллективам это интересно. Каждую пятницу этого лета в 20:00 в театральном сквере живая музыка. Не упустите возможность послушать ее под открытым небом. Евгения Корытько, Владислав Реус, Щелковское телевидение.